В Новочебоксарский городской суд направлено уголовное дело по уклонению от налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Обвиняемое лицо – экс-руководитель общества с ограниченной ответственностью СУОР. Прокуратура Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной организации СУОР. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организации, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем строительной организации, уклонился от уплаты налогов за период с 2014 по 2016 года на общую сумму более 100 миллионов рублей. Преступление совершено путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы понесенных его организацией дополнительных расходов, в том числе в явно завышенном размере. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой республики в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого был наложен арест в том числе на долю в уставном капитале ООО «СУОР» и денежные средства, находящиеся на банковских счетах на общую сумму более 136 миллионов рублей.